Друзья, всем привет. Давайте я покажу, откуда берутся пробки. Вот смотрите, здесь небольшой уклончик. Мы сейчас проехали реку Сурум. Это Чувашская республика. Если кто знает. Здесь небольшой уклон вверх. Вон. А, нет, это не тот знак. Ладно. Суть в чем? Небольшой уклончик, и вот фуры, они не могут в него, короче, въехать. Еще здесь снегопад. Вот сейчас вам тут подсветим немножко. Чуть-чуть снежка буквально выпало, все. Фура не может въехать. Фура не может въехать, две полосы в это, точнее, по одной полосе в одну сторону, все, мы встали прямо наглухо. Ну, точнее, мы едем, но 30 километров, потому что фура не может заехать в гору. А вот под Кстово, там вообще все наглухо стоит буквально, прямо на десятки километров. Там несколько горок, и фуры все не могут заехать, и они прямо бросают машины. Бросают машины в несколько рядов, причем, то есть 2-3 ряда, и никуда не едут. Еще они делают такие нехорошие вещи, как перекрывают обочину, чтобы маленькие не могли обогнать их по обочине. И вот из-за этого получаются пробки. Вот такие сейчас погодные условия. Снега немного, но они уже не едут никто, то есть фуры уже не могут ехать. Мы сейчас едем. Где-то 70 мы сейчас едем, то есть они разогнались, поехали. Вот, возможно, еще немножко подсниму, если поедем под Кстово, как фуры там вообще в несколько рядов, они просто включают автономку, заглушают двигатель и спят прям вот в два ряда, прямо спят, вот как сейчас вот здесь вот в два ряда едут, а там они в два ряда спят и не пускают их там обгонять, их только по обочине, я не знаю, обгонять. Вот о чем я и говорил, смотрите, вот эти вот сверхразумы стоят, не могут въехать, это подъем на Лысково. Причем в некоторых местах они стоят в два ряда и не пускают маленьких по левому ряду. Из-за этого создаются большие пробки и прочее. Мы сейчас попробуем уйти направо где-нибудь и объехать через город, а не по объездной тут как. Ну, объехать, в общем, пробку попробуем через город где-нибудь. Не знаю, видно вам, не видно, вот тут вот, вот там вот подъем в горочку, а мы как раз объезжаем вот этих вот всех молодых людей на фурах, которые в подъеме встали наглухо. Знаю их отцов, хорошие мужики. Да,